Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте, на котором мы уже были пару раз. Оказалось, он сменил ник в группе, может, кто-то помнит, мы здесь ролили. И сегодня у нас будет тоже роллинг, и не простой роллинг, один роллинг за самоцветы, второй за донатные камешки. Это бездонатный аккаунт. И самое интересное, вы сейчас увидите, это аккаунт, на котором есть реально кайфовый и донатный герой, еще один донатный. Ну, 644 сама, это донат на купоны был. То есть за такой донат вы не получите альфа-самца, а он здесь есть. Есть также огник, как видите. Альфа-самец получен с шарика, он зашел просто на почту и посмотрел, говорит, он писал мне, что у него есть реально альфа-самец с шариков. Реально круто. Что я могу сказать? Поехали посмотрим, что у него творится по героям. Я надеюсь, там не слишком громко музыка играет. Так, ну Роза и Огник — это нормальные явления. Фобушка, Мэри. Давайте по обычным посмотрим, чего не хватает. Мастер нужен. Фобушка. Такс. Мастер, Фобушка. Новая героиня. Оккультист. Землеройки нету, Асурик. Ну, такие хорошие герои, надо их выбить. В общем, у нас будет роллинг под коллекционера. Если нам выпадет Сиена, мы сможем еще 50 камней получить. Это реально круто, но шансы, как вы знаете, на немке очень-очень хреновые. Также у нас есть 100 камней с обменника. Тоже попробуем это забрать. В общем, поехали. Будем пробовать что-то выбить, посмотрим, как оно пойдет. Потом будем разбираться со осколками. Так. Где там его алтарь? Поехали. Реально, самый кайфовый день сегодня. Леди Лео сразу же падает. Фига себе. Фига себе. Говорят, на немке не падают. Просто, блядь, изи, ребят, влепили по лайку. Просто изи сразу недостающий. Блин, я уже заговорился. Кайф. Смотрите, просто Фобушку вытащили. За 3к мы получили недостающего героя. Так, а ну-ка, что у него? Что у него по осколкам? Ладно, потом дойдем до осколков. Поехали. Поехали дальше ролить. Зюклоп. Рандомчик, давай, удиви. Дракос, Суккубис, Суккубус. Пиздец, я бух роллинга, ребята. Это просто эпически. Влепили еще по лайку новую. Ну, что я могу сказать? 150 камней на роллинг. Просто без комментариев. Ролим дальше. Санта Бум. Я надеюсь, еще не надо одного недостающего. И у нас будет шанс ловить. 15 раз у нас будет попыток. 15 попыток. Так, опять Леди Лео. Значит, где-то должна быть. Где-то должна быть Лего, ребята. Оркс Бейн. Так, не хватает нам мест. Опять Суку. Но уже половину переролили. Паладин Командора. Блин. Арташка падает. Роза. Ну, Роза здесь это стрелок. Давайте до 10к. Медузка. Бог Грома. И за 150. Вот так вот оставим. Поехали сюда. Коллекционер героя. Ну, пожалуйста. Скин. И 30 этих получили. Отлично. Давайте залетим. Мы не забрали с этого, сейчас заберем. Офигеть. Реально подфартило. Так, это у него сундучки копятся. Поехали в островок, залетим, посмотрим, что мы здесь можем вытащить. Тык. Пожалуйста, еще плюс 500 само. Плюс 30 коробочек.
Нормально, вот чем мне немка нравится. Еще плюс 40 сундуков, офигеть. Просто обалденно, я считаю. Нормально. Пойдет. Реально пойдет. Еще 500 самов на халяву получили на один тык. Так, ну давай. Поехали дальше. Сейчас посмотрим. Рудольф. Так. Ну, рандомчик, да. Изи просто. Влепили третий лайк. Я не знаю, чем хотите там лепите его. У кого что есть, но это просто третья недостающая лего. Обалденно. Я считаю, очень-очень круто. Там-там-там-там-там-там. Отлично. Отличненько. Третья или вторая? Что-то я уже завтыкал. Такс. Итого, что мы имеем? Асурик у нас есть. Землеройки, к сожалению, Берса мы не вытащили. Культиста тоже нет. Ну, ничего. Фобушка есть у нас уже. Хорошо. Поехали дальше. Самое интересное, сейчас пооткрываем эти осколки. Побежали, посмотрим, что у него делается по осколкам. О, скин какой-то собрали. Офигенно, скин. Нифига себе, скин собрали на эту, на Фрея. Так, смотрим, что у него по осколкам есть интересного. Лисица, 62 осколка. 62... Обушка нафиг, зефир 134. Так, отлично. Еще одного этого дособирает уже. Так, ну что, поехали. Блин, отсюда бы землеройку свали, но... Конечно, печалька. Плюс 9 лисицы. 44 сундука. Вот это кайф. Посмотрите, сколько мы сейчас коробок вытащим. Вообще, вот за что я люблю сундуки, они реально просто бомбические. Эти сундуки мы ему оставим. Такс, ну, самое приятное, наверное, сейчас самое интересное будет. Будем пробовать с вами вытащить. 150, ребят. Целых 150. Бум, Афинка. Лаваника плюс 20. Афинка опять. Три Афины, блядь. Вот считайте, мы то, что вытащили с этого, вот 50. Три Афины. Я офигею, нафига столько, вот реально. Для какого хрена столько Афин? Писец. Жалко. Лучше бы, знаете, какие-то осколки упали. Недостающих героев. Так, ну окей. Поехали, еще будем пробовать. Королева Ос. Королева Ос. Оу. Так, она, по-моему, у него есть. Если я не ошибаюсь, она у него есть. Но видите, у него больше падают, нежели у меня эти осколки. Точнее, героя. Роза плюс 20. Бля, да ну нахер. Вольт. Афинка еще одна. Не, это просто бан. Фоба. Бля, пиздец. Я, честно говоря, вот с этого в шоке. У меня, кто смотрел, посмотрите, у меня падали драконы. Здесь это просто трэш. Честно скажу. Пиздец. Полный пиздец. Афина падала и осколков на королеву Ос просто дофигища. 152 осколка на королеву Ос. Я в шоке. Ну вот куда столько, блин? Так, а что у него там по вольт? Да, вот это печаль, конечно. 8 осколков на вольта осталось. Блин, пипец. Ребят, целых 8 осколков. Реально фигня. Ну хоть так. Не знаю, короче. Просто тупо что-то пошло не так. Но зато мы получили недостающих героев. Это тоже однозначно плюс.
Но, к сожалению, ну, по осколкам нифига не получилось. Пишите, кто вытащил сегодня. Ну, смотрите, у него здесь еще один огонь. Короче, жируют. Пацаны нормально живут на этом серваке. Все, пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.